Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас рейтинг из трех лучших шуруповертов Stanley с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие шуруповерты Stanley находятся в описании к данному видео. Ну а я начну с того, что скажу, что марка Stanley, в общем-то, это бренд очень известный, и под этим брендом производится очень много хорошего профессионального оборудования, в том числе и шуруповерты. Ну и, кстати сказать, вот данный инструмент, который представлен на Яндекс.Маркете, он тоже заслуживает внимания, но стоит достаточно существенных денег, поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем приобретать такой инструмент. Первый вариант — это аккумуляторная ударная дрель шуруповерт Stanley STD-C18LHBK. Это профессиональный шуруповерт, бесспорно, с очень хорошими характеристиками. Крутящий момент такой, что у бытовых приборов в принципе такого не бывает. 51,4. Напряжение 18 вольт. Емкость аккумулятора 2 ампер-часа. Два аккумулятора в комплекте. Ну и прочие характеристики очень впечатляют. Например, блокировка включения лампы, точной подсветки, магнитный держатель на корпусе, фиксация шпинделя, максимальный диаметр сверления бетона 13 мм, да, ну и по металлу тоже идет 13 мм. При этом он не тяжелый, всего лишь 1,7 кг, при этом число оборотов холостого хода 1600 оборотов в минуту. Прибавим сюда металлические закаленные шестерни, очень удобный корпус, прекрасную сборку, и все это за 13 940 рублей. На мой взгляд, обратить внимание однозначно стоит, но и люди говорят, что это очень мощный шуруповерт, подходит для именно профессиональных целей. Для бытовых целей я не вижу смысла переплачивать, брать такой инструмент. Ну, хотя, конечно, если вы любите надежные инструменты, да, и у вас есть финансовая возможность их приобретать, почему бы нет, то есть он прослужит десятилетия. Ну а если вам надо там три болта закрутить и денег лишних нет, то, конечно, тратиться на такой прибор — это безумие, да. А вот если вы работаете постоянно, там что-то делаете, типа крыши перекрываете или еще что-то, это будет вариант идеальный. Следующее, второе место у нас идет, это аккумуляторная дрель шуруповерт Stanley SCD-201D2K. Очень похож на предыдущий вариант, но он более легкий и менее мощный. То есть максимальный крутящий момент идет 45, вес 1,6, аккумуляторы также 2 ампер-часа, 2 штуки батареи идут в комплекте. Особенности конструкции какие? Гнездо в корпусе для крепления бит, лампа точной подсветки, фиксация шпинделя. То есть явно он проще гораздо, ну и по мощности, по возможностям своим тоже уступает лидеру. Хотя, я еще раз повторяю, точно так же отличная конструкция, хорошие детали, работа в суровых условиях возможно, то есть для профессиональных целей он также подходит. 10 490 рублей он стоит, ну и выглядит он, как и прочие приборы от Stanley, очень хорошо. Даже кейс, да, выглядит надежно. Более толстый пластик, видно, что он явно не одноразовый, да, как на других шуруповертах прочих брендов. И завершает наш рейтинг аккумуляторный ударный шуруповерт Stanley SCI-121S2K. Именно ударный шуруповерт для сверления бетона там и прочих серьезных поверхностей. 12-вольтовый он идет, максимальный крутящий момент аж 110. Вес 1 кг, емкость аккумулятора 1,5 ампер-часа, количество аккумуляторов 2. Что у него тут есть? Блокировка кнопки включения, использование бит без патрона, лампа точной подсветки, магнитный держатель на корпусе, есть защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения и максимальное число оборотов холостого хода 2500. То есть патрон идет подбитый, так что данный прибор нельзя назвать многофункциональным, но опять же, если у вас специализация такая, да, сверление бетона, опять же, я намекаю на профессионалов, то, конечно, данный вариант вам в большей степени
подойдет. Ну и нельзя сказать, что он для других поверхностей не годится. Тоже можно что-то просверлить там без проблем. 8490 рублей он стоит, но это в принципе хорошая цена в настоящее время. Ссылки на лучшие шуруповерты Stanley с Яндекс.Маркета находятся в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.